Здравствуйте, друзья. Вы думаете, куда это Михаилу тут занесло? Может быть, он где-то в Италии или в Греции? Или где вот еще такие? В Грузии, в Армении, правда? Так вот, вот так люди живут, смотри, на таких верандах. А мы в Кремниевой долине, друзья, мы в небольшом городке под названием Бельмонт. Не путать с поэтом Балмонтом. Это Бельмонт. Вот, значит, мы здесь находимся в гостях. У нас тут небольшое партийное мероприятие, типа день рождения. Вот. И тут вот домик, в котором мы находимся, он так в четырех уровнях. Но мы с вами на одном, с уровня пониже несут вот тут. Вы видите, подушечки для диванов. Уровнем выше, там кухонька, народ гуляет. Тут вот у нас такая верандочка небольшая. Ну, в общем, так, попробую пройтись немножко по этому деку, по палубе. Глянуть, что там у соседей. Всегда интересно, друзья, что у соседей? Что у них? Ну, так, сейчас посмотрим. Давайте, может быть, на улицу выйду. И мы поснимаем, что тут на улице. Ну, кроме автомобилей и гостей, конечно, тут автомобили там есть. Я могу подтвердить, поскольку мы тоже там запарковались. Давайте я вам покажу, как калиточки работают американские. Видите, вот так калиточку раз, вот так тюк. И, пожалуйста. Так, ну, автомобили, понятно. Вот этот дом, в котором мы гостюем. Идем дальше. Киски, видите, мяучат киски. В Америке это абсолютно такой же звук, как в любой другой стране. Вот, Бельмонт. Такая вот местность. А это вот гости. Понаехали. Давайте я пройду, может быть, там 20 метров. Местность холмистая здесь такая. А в этом есть своя фишка. Потому что там, где холмисто, там больше, что называется, privacy. И виды такие более интересные. Но, с другой стороны, бывает, что надо куда-нибудь залезть. По лесенке, видите, там в конце еще, вдали. Там холмы. Давайте, может быть, сюда зайдем. Вот туда, смотрите. Все в холмах. На холмах люди живут. Вот такой вот город Бельмонт. К вопросу о соседях. Видите, я снова зашел в калиточку, теперь только лицом вперед. Вот видите, люди живут, у них тут культурненько, все с бассейном на скалах. И вот лесенка, по которой мы с вами уже шли, но в другом направлении. Собирается партия, а вам я хочу показать, вот что там внизу. Тут высоко, выпадать не рекомендуется. Олени тут шастают все время, каждый день люди, не то чтобы жаловались, но говорят, вот олени ходят, понимаешь. Вы, может быть, слышите, птички поют по оврагам. Да. Вот. Маленький экранчик, был бы большой, было бы еще прикольнее. Классно, да. Слушай, какая сосенка или что это за дерево такое? У него кончики зеленые у веток, смотри. Это елка, она просто цвести начинает. Друзья, вы видите этого калифорнийского ежика, а сейчас вы увидите, переводим на меня, сейчас вы увидите, как естся шашлык кошерный по-калифорнийски. Вот это. А я хочу выпить за именинницу. Ну, тут... Ура, выпивают люди. Она у нас душа компании. Здоровье. Душа. Хорошо. Много. Хорошо. Баранины нет у нас, если что, так свинина.
вам. Но... Мышки. А мне надо. Друзья, с мыслями, а те, кто нас смотрит. Вот, я... Света, не опошляйте. Я вот ем с удовольствием это все. Так, а это что? Это товарищи китайцы. Китайцы что делают? Вот это вопрос, вопрос там, не ко там мне. Там с творогом, с творогом. Да. Так, а вот те, что по периметру, тоже? Это тоже не мое. Мое уже все съели. Ай-яй-яй. Да. А этот коньячок тут? Нет. Не твой. Это эгролы, да, так. Китайские. Хорошо. Друзья, может, вы видите, а может, не видите. Но это огонь. Маечка, чтоб тебе так вот горело и не затухало. Это такое с днем рождения. Я принимаю. Да. Ведь везде до дней последних солнца гореть и никаких гвоздей. Да. Вот лозунг наш и солнце. Ты мне знаешь, что напомнило? Был такой анекдот, как евреи из партии исключили. И говорит, а за что тебя? Он говорит, ну там было три взыскания. И, ну там разные были взыскания. Одно из них было, он Маяковское с выражением читал. И значит, и ему говорит, а как же ты читал? Он говорит, ну я читал, я знаю. Город будет. Я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть. Друзья, те, кто из вас, кто любит сырок, пусть не раскатывают губы, мы не об этом. Давай. Тут так, есть ой, такое большое яйцо, это что, на котором чугунное все? Да, не чугунное, все, даже не знаю, как это да. называется. В общем, металл на газу. Не на газу, на углях. Там внизу угли, где здесь, чтобы держало такое. Понял. Камень. Фольга какая-то, нет? Нет, камень завернутый в фольгу. А-а-а. А здесь стоит мясо. То есть это камень там? Да. Друзья, те из вас, кто любит кукурузу, пусть не раскатывают губы, это не то, ради чего мы сейчас тут. Так, я немножко отойду, чтобы меня не опрыскали. Получается вот такая штуковина. Слушайте. После 16 часов. Я должен извиниться, потому что запах вы не почувствуете, а это главное. Ох, как оно пахнет! Как оно пахнет! Ой, что это за мясо, хоть скажи? Что это? А это специально чисто кошерная свинина. Так, это свининка. Да. А есть ножички, а? Вот, режем веревочки. А вот тут уже такие клешни, друзья. Этими клешнями мясо рвется на куски в медвежьей манере. Те из вас, кто видел, как медведь рвет мясо, тем не интересно будет. А те, кто не видел, могут посмотреть, как это происходит. Правильно? А, значит, у нас Вова, он из Новосибирска у нас, там у них в Сибири, да, давай, в Сибири полно медведей, и они вот их там, те, кто в Сибири живет, они их легко вот так этими штуками, значит, да, да, рвут. А в Сибири, это американская штучка у тебя, нет? Да, это все купленное в Америке. Почем вещь? $5. В общем, да, кто будет выходить там, например, подраться, тоже имейте в виду, есть такие когти. Ты знаешь, мне кажется, ты его так разодрал, что уже там кусочка не возьмешь. Только какими-то волосками какими-то. Поэтому все боятся нападения медведей. Это как на Гавайях мясо, это луау. Когда вот... Так, ну что, кто начинает? Свинью, да, это тоже свинья. Да, мы фактически, друзья... По-гавайски сейчас с вами. Да. Можно мне тоже картошечка, друзья? И там аспарагус. Картошечка. И... Красота, спасибо. Аспарагус и кабачки. В чем? Народ. Картошки? Нет, рядом. Где рядом? Вот сзади меня аспарагус и кабачки. Вот, друзья, аспарагус и кабачки. Те самые кабачки, о которых так много говорила хозяйка дома. Ну, а это то, что осталось от селедки под шубой. Какой русский не любит быстрой езды, водочки и селедки под шубой? Стемнело, друзья, народ там караоке поет, кушает тортик, пьет чай, общается. А я вот тут показываю вам, как горит огонек, но уже в темноте.